8 июня Магадан со всей России отметил День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента в 2000 году. Сегодня глава города Юрий Гришан поздравил с праздником сотрудников Магаданского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и вручил благодарности за добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие системы социальной поддержки и обслуживания на территории Колымской столицы. Юрий Гришан акцентировал внимание на важности профессии социальных работников в период пандемии коронавируса. Единственное связующее звено сегодня у граждан пожилого возраста – это, конечно, вы. Вы обеспечиваете их полностью жизнедеятельность, чтобы они все свои социальные потребности, чтобы свои жизненные потребности реализовали. Это только через вас. Я думаю, что мы все пройдем этот непростой период, он действительно непростой. Мэр пояснил, что для того, чтобы облегчить жизнь людям, нуждающимся в социальной помощи, а также рабочий процесс сотрудникам центра, в частности, ввести послабления в нынешний режим жизни, необходимо стремиться к снижению динамики распространения инфекции. На сегодняшний день по двум показателям Магадан имеет положительные тенденции. Это коечный фонд и процент тестирования на коронавирус. Юрий Гришан поблагодарил работников за нелегкий самоотверженный труд и отметил, что только вместе мы справимся с трудностями в этот непростой период.